В деревне видели медведя. Такие тревожные новости приходят из разных уголков Хакасии и Красноярского края. Только за прошедшую неделю зафиксировано 4 случая выхода косолапых в населенные пункты. Почему животным не сидится в лесу и как вести себя при встрече с хищником в нашем следующем материале. Только на рек брать не нафиг. Это видео в рубрику «Мобильный репортер» нам прислал житель деревни Сизая Красноярского края. Медведь забрался в один из гаражей. Обезвреживать хищника пришлось сотруднику ГИБДД. Из леса вышел и пошел, там несколько огородов еще, там пасека, не пасека, он там полакомиться захотел, наверное. Залез в гараж и там давай кошмарить народ. И начал крушить там, то есть эвакуировали гаишники несколько домов окружающих. Чтобы, короче, как бы пули нигде не отрикошетило. Первая попытка подойти к месту успехом не увенчалась. Инспекторы вернулись на машине. Ради безопасности сотен людей косолапого пришлось застрелить. Медведи этой осенью выходят к людям не только в Красноярском крае, но и в Хакасии. Только за прошлую неделю сразу 4 случая. На Саиногорских дачах косолапый спустился из тайги, чтобы поесть садовых яблок. Как пояснили в Госкомитете по охране животного мира, такое поведение хищника вполне объяснимо. В этом году в лесу не уродились ни орехи, ни ягоды. Животные голодают, поэтому не боятся заходить прямо в населенные пункты. Не пытаться его самостоятельно выгнать, поставить в известность органы МВД, поселковую, для сейчас связи, и сообщить нам, Госкомитет, что мы бы выехали по месту, разобрались в данной ситуации. Но зачастую в подобных случаях виноваты сами люди. Так в селе Беринжак Ширинского района местные жители из жалости прикормили годовалого медвежонка. А когда осознали, что бурый начинает вести себя агрессивно, попросили инспекторов отловить его. Сейчас косолапого временно поместили в Абаканский зоопарк. Но вернуть медведя в живую природу уже не получится, так как хищник привык есть из человеческих рук и не научился самостоятельно добывать себе пищу.